Привет, ребята, меня зовут Флазочка, это очередная серия выживания в зомби-апокалипсисе. Короче, ребята, я дала своему... Как тебя там? Я его, кажется, Тефтелька назвала, не помню. Короче, решила назвать своего пёсика Тефтелька. Тефтелька у меня вообще ничего не ест. Папуся! Папа! Пап! Да, да. Папа, ты орёшь, ты где? А, короче, па, я не знаю, ты опытный, смотри. Я пёсику, смотри, три вида мяса дала. Вроде глистов нету. Не знаю, ни опыта у меня немного. Ладно, папа, представь, что ты опытный. Смотри, я дала пёсе три вида мяса, а он не кушает. Ёшкин кот, а вот где еда вся? Пада, ты чё, положи это тефтелечке. А, ну хоть... В смысле? Ну... Она человеческую еду не будет есть. Я всё облизал перед тем, как ты забрала всё. А, в смысле, собаки не едят человеческую еду? Ну, конечно, я облизал специально. Он так смотрел, хотел съесть мою еду, я облизал всё. Ему надо собачий корм, мне кажется, всё такое. Ты думаешь? Тефтелечка, что ты хочешь? Я не думаю, это дело твоей мамы. А, думать дело моей мамы? Тефтелечка, сиди тут, я что-нибудь придумаю. Пап, а где нам корм взять? Это нам что, нужно выходить на улицу и зомби-магазин ехать? Я думаю, что все магазины уже ограблены вот такими тефтельками. Думаешь, бездомными тефтелечками, да? Моя тефтелька домная теперь, да, тефтелька? Ми-ми-ми-ми-ми. Вот не знаю. А что делать тогда? Где нам корм-то взять? Надо где-то взять. А где? Даже не знаю. У кого есть собаки? Кто в запасе этим кормом? Вот. У кого? У наших соседей есть. У дядь Коля вроде бы была. Ну. И что придумать? Я думаю, он не даст, я с ним не очень хороших отношениях. Папа, а давай грабанем дядь Колю. Ты думаешь? Да я думаю, это просто бомбезная идея. Ты думаешь, или это дело тоже твоей мамы? Вообще-то я в маму пошла, поэтому я тоже иногда думаю. Я, короче, иногда не думаю, как ты, а иногда думаю. Папа, короче, я сейчас наберу нам всего, что нам может понадобиться. Кстати, дай-ка... Так, подожди, я еще согласия не давал. Хотя, знаешь, я согласен, потому что давно мне это не нравился. Своруем его, и у него корм, и пускай знает, как быть соседом, вот. Быть соседом. Соседом быть вообще-то не очень, на самом деле. Ведь в какой-то степени мы тоже с тобой соседи. Пойдем, у меня есть отличный план. Смотри, короче, что я придумала. Мы возьмем... Так, погоди-ка. Что возьмем? А, погоди, дай-ка я по-быстрому скрафчу верстак. Я хочу лестницу, короче, скрафтить, чтобы подняться к дядь Коле. Так. Ну, вот, ступеньки, смотри. Опачки. Ёлки-палки. Так, погоди, вот так вот. Нобик. И вот так вот. Вот, давай, собирайся, па. Как думаешь, а он дома, дядька? А у меня лучший вариант был. Смотри. Дотя. Ага. Опа! Ага. И почти перепрыгнул. Почти перепрыгнул. Нет, допрыгнул. Господи, папа, ты глупый. Я иногда думаю, почему мама за тебя вышла? Ёлки-палки. О, дочь, смотри. А, он за баррикадой. Где? Да... О, я на ёлке только что прыгал. Да, пап, ну чё ты кокетат? Я тебе сейчас покажу. Па, ты где? Па. Нету папы. Папа ушел. Я шучу. Слушай, а ты знаешь, воровать плохо. Да, воровать плохо, но тем не менее. Давай-ка мы лучше... А хотя, дай-ка мы через второй этаж лучше-то пролезем. Опачки. Ну да, через первый. А вдруг он там сейчас сидит, телек смотрит. И мы такие, дратуйте, да. Он превратился в зомби. Или это его жена? Или ребенок? Ёлки-палки, ты что, серьезно? Ё-моё. Пать, а может быть не надо у него корм воровать? Он же, наверное, зараженный. Не? Корм не зараженный, зомби не едят, они едят только мозги. Ёлки, да хора меня бить, ты меня пугаешь. Это не я, это зомби тебя ударил. А, да ладно, а как он сквозь стены меня стреляет? Ой, стреляет, бьет, да мать. Папа, помоги мне. Бей, Дотя. Может, ты поможешь мне, слышишь? Да, помогу, я за тебя болею. Ой. Ты просто ужасный отец. А чё это ты не бьешь? Это чё, опять в геме моды? Какой? То тебе кажется, Дотя, то тебе кажется вообще... Посмотри, смотри, что у меня есть, смотри. А ну подожди, Дотя, мне кажется, или я слишком громкий, наверное, у меня голос сорвался, да? Да, кстати, ты слишком громкий, посмотри. А, не, нормальный, посмотри, я нормальный. Посмотри, это... посмотри. Ёшкин кот, зомби! Короче, теперь, папа, я буду одна из них, и меня никто не будет трогать. А ну давай поднимайся, попёрли искать корм. Ай, капец, даже не даешь отдохнуть, никогда. Тут еще, короче, есть какая-то голова, походу. Опачки, ну-ка, это что, поросячья голова? Опа, смотри, я поросенок. Боже, капец. Ты ни капли не изменилась. Папа, фу, ты просто хам какой-то. Я все расскажу маме и больше не буду тебя мамы. Я не хам, я Саторик. Тут, кажется, пёся превратился у них в какую-то... Ай-яй, ёлки-палки, он дамажит, это штуковина. Пап, помоги. Да не стой ты. Это обычный зомби. Ты думаешь? Я не думаю. Это дело твоей мамы. Ведь я самый лучший отец.
Я его с кулака сейчас дам. Вот, смотри. Угу. Это я зарубил его с кулака. Какой я крутой. Вот, теперь я... Ну ладно. Во, па, смотри, буточку давай мы возьмем для песика моего. Опачки. И мисочку. Опа. О, а это что? А это для песика, па, смотри. Да. Вот это для песика или нет? Смотри, переноски. А это чтобы переносить их, к примеру, к доктору, или будем ехать вот в дорогу на зомби-ленд, ты знаешь? Нет, не знаю. В смысле не знаю? Короче, понадобится, побежали, пап. Так, погоди, миску нашли, нам нужно теперь осталось найти корма. Где корм может быть, как ты думаешь? Ой, тут еще зомби. Выходи! Бей его, бей! Доча, открой дверь! Он медленный. Все, пока. Ой, пап, тут еще один. Отвлеки его, а то у меня я кушать хочу. Сейчас, у меня молот. Иди сюда. Ничего себе. Слышь, а где ты такой взял? Ты бей пока его, а я пока порыскаюсь у него в сундук. О, тут еда есть, ништяк. Так, я у него пока еду возьму. Я корм нашла, собачий корм. Пай, смотри. Где? Во, собачий корм, хочешь? Нет, я собачий не хочу. На, покушай. Это собачья кость. Покушай. Не могу, он невкусный. Хи-хи, пап-собака. Так, ладно, теперь нам нужно выбраться отсюда. Опачки. Все, поехали домой, папа. Ой, а чё, забраться не могу. Папа. А ты не сюда пошла, надо со второго этажа. Давай бегом. Да плевать на второй этаж, папа. Вылезай давай из этой дырки. Я сейчас тут все закрою, будто ничего и не было. И он не поймет, кто его ограбил. А, ты не пойдешь, да? Ладненько. Да пода хоробить, алё, я кушать хочу. Так, все. Я, короче, пока что подумаю, куда... Так, я, наверное, миску птифтели поставлю. Куда бы мне поставить? Давай, наверное, на место. Ой, я его прямо сюда вот поставлю, чё бы и нет. Опачки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, доча, помоги. Па, чё про... Ёлки-моталки. Это... Кто-то взорвал наш дом, ёшкин кот. Па. Ё-моё, да. Наша... Моя лаборатория. Блин. Капец, а что это такое? В смысле, что это? Вопрос, почему это? Не подходи-ка. А, что это такое? Ну-ка, покажи это мне. Это тут записка какая-то. Ну-ка. Написано, водительские права ВВП. Ну-ка, покажи-ка мне, па. Покажи. Ну-ка. Дай, папа. Капец, полдома разнесли, ёшкин кот. Слушай, пап, а мне кажется, это права того, кто мог бы подорвать наш дом. Ты думаешь? Мне кажется так, но я... Капец, ты на свинку-копилку похожа, сними, а то... Ладно. А это что, свинка-копилка на самом деле? Слушай, в самом деле. Ладно, давай тогда буду зомби, чтобы меня за свою принимали. Слушай, па, мне кажется, нам нужно узнать, кто такой ВВП. Ты знаешь, что такое ВВП? Чьи это права? Я знаю, это... В папа в Психович. Все на В начинается. Все понятно, ребята. Не, ну конечно, я надеюсь, мамочка все-таки найдете новую папочку. Короче, пап, у меня есть идея. Нам нужно с тобой узнать, кто это. Наверняка это он подорвал наш дом. Давай узнаем. И узнаем мы, если поедем в полицейский участок, папа. Давай выбирайся отсюда. Погнали, Доча, только где взять машину? Хорошо. Она, наверное, тоже в гараже взорвалась. Ну, я. А, не, вот. Не, она взорвалась. Стоит одна. Ну там чужая выходит. А как мы так проберемся тут? Па. Паркурить? Ё-моё, так. Паркурь, ты умеешь паркурить? Смотри, он хочет тебя съесть. Это он тебя хочет съесть. Так, погоди-ка, главное, чтобы... Ё-моё, па, у нас полхаты нету, что теперь делать? Теперь зомби точно не проберутся. Па, ты где? Папа, ты... Поехали. Поехали в полицейский участок, гони. Ё-моё. Папа. Так, расступитесь, зомбаки поганые. Ай-яй-яй, горим. Ёлки-моталки, ну опять ты. Пап, меня больше волнует, как нам эту дырку-то заделать? Ночью же холодно будет. Не бойся, я куплю обогреватель, и все будет нормально. Ты самый лучший папочка на свете. О, доехали. Опа, они все застроили, прикинь. Быстро же. Дяденька, здравствуйте. Нам тут какой-то непонятный ВВП подорвал пол хаты. Хотелось бы узнать, кто это такой. Мы хотим порешать с ним дела. Мы ничего, никакой информации вам не дадим. Дяденька, а вы меня помните? Я в прошлый раз... Дайте-ка я с вами наравне буду. Вот так, чтобы я была с вами наравне. Дядюсенька, вы помните, что было в прошлый раз? Давайте-ка вы лучше мне это самое скажете по-хорошему, либо я опять сейчас все тут попахну. Окей, ладно, я скажу. Кто там? ВВП какой-то. Не знаю, как расшифровывается, но вам, наверное, виднее. А, ну это этот, как его там? На набережной 3 вроде бы живет, но я не уверен. По моей памяти вроде бы живет там. Посмотрите, возможно, вы найдете его там. Но ВВП... Я знаю где-то. Ты знаешь где это? Да, поехали. Спасибо, дяденька.
Поехали, пап. А ты не знаешь, там наш друг какой-то живет или нет? Какой друг? Ну, не знаю. Ну, ты знаешь, где набережная 3? Возможно, там твой друг какой-то живет, поэтому я спрашиваю, это друг наш какой-то? Возможно, не знаю, я там у него покупал когда-то оружие. А, что, серьезно? Ну да. Ёлки-палки, так он... Когда решил с твоей мамой развестись, а потом она впервые купила оружие и пришлось с ней разводиться. Так, вот вроде он живет. Так она же полицейская, ей какое дело твое оружие, па? Я хотел себя защитить. Набережная 3. Ты серьезно, слушай, а ты прав был, нам сюда. Правда, мне кажется... Папа, тут дверь открыта почему-то. Ёшкин кот, тут кровь везде. Па, ты где? Джулия, осторожно. Ой, ты Джули. Чё? Па, ты чё, ты чё? Дотя, осторожно, очень осторожно, потому что... Чё? Можешь попасть на зомби, и они съедят тебя. Знаешь, они тут заперти, могут быть голоднее и своих кушать, так что аккуратней. Возможно. Так, я, наверное, проверю второй этаж. Давай. А ты побудь тут, никуда уходи. Пап, погоди, на тебе косточку, если чё, вдруг отбивайся косточкой, хорошо? Всё, давай. У меня есть рогатка, мне мама дала. Моя мама дала? Ладненько. Я, короче, посмотрю, ребята, пока что подвал, надеюсь. Так, ну тут вроде бы пусто, может, что в ящиках есть? Странно, тут все ящики пустые. Па, ну чё там у тебя есть, чё? Да, давай, сейчас ищу. Ладненько, ты ищи. Чё-то тут пусто как-то. О, тут люк какой-то. Ладненько, папа пока там ищет, я указаю сюда, может, тут ничего интересного нет. Так, так. Я ВВП пути, ВВВВВ. Я вы. Дядя! А? Кто тут? А ну признавайтесь! Дядя! Это вы подорвали наш дом? Да? Да? Прости, я ничего не могу поделать. С чем? С чем поделать? Дядя! Я не могу это контролировать! Что? Оно во мне! Что оно в тебе? Оно во мне. У него синяки такие под глазами, мне кажется, он. Папа, 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 папа! Тут дяденька странно, елки-палки, папуся! Чего, Дотя? Чего? Папа, тут этот самый дядя, он говорит, что он не может это контролировать, и у него синяки под глазами, мне кажется, он под чем-то. Папа, ты где? Пап. Да, Дотя. Папа, кто ты там? Где? Объясни мне, я тут. Папусь, там мужик, когда. Иди сюда. Он в подвале, он очень странный, у него синяки под глазами. Посмотри, папа. Где подвал? Вот где тут, ты его вот нашел? Тут, смотри, вот я тут. Я себя просил, сиди на месте. Ё-моё, он позеленел. О, боже. Па, он был человеком, а сейчас ты. Пап, я... Подожди, может, ты маску одела и уже думаешь, что с ними разговариваешь на одном языке? Я тебе отвечаю, это был человек, но почему-то он стал зеленым и странным. Пай, он меня еще и бьет. Пай, не пай. Ай, больно. Убегаем. Дотя, он меня укусил, я, наверное, стану зомби. Ха-ха, боженьку. Папа, погоди, да он же тебя так ударил. Че ты как этот? Папа, погоди. Пай, я не понимаю, что происходит, пап. Мне страшно. А что тут понимаешь? Кажись, он просто не мог контролировать это и пытался всем объяснить, чтобы ему помогли, и в итоге он превратился. И поэтому он сидит в тюрьме, чтобы типа не трогать других во время вот этой вот штуки его? Да, он, наверное, закрылся, когда в сознании еще был. Тогда нам наверняка нужно... Ребята, короче, в следующей серии мы обязательно узнаем, что это за дяденька, почему он подорвал наш дом и почему он превращается в зомби. Ну, а на этом мы будем заканчивать нашу серию. Смотрите видео слева и справа. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, а с вами была Фласочка и... И Саторик! Всем пока! Всем пока-пока, ребята!